Итак, самый главный мафиозник в Роблоксе оказался на острове. Первая задача – приодеться, как настоящий мафиози. Делаем жесткие глаза, беспощадные. Прическу, как будто не мылся неделю. Все, спавнимся. Мне сразу выдали крутой горн, потому что я же мафиози, крутой папа. Так, у меня какое-то дерево уже есть тут в наличии. Ага, делаем плод. Поехали! Все. А где моя мафия? Я же уже подудел в горн. Эй, мафиозники, вы где? Где наши подписчики-то? Ни одного нет. Против меня красная банда якудзы. Надо внимательно оглядеться. Вроде все чисто. Так, здесь какая-то рыбка. Наверное, можно ее украсть. Но для начала я создам свою банду зеленого цвета. Такой ярко-салатово-зеленый цвет. Забираем рыбку. Надеюсь, это лосось. Все, идем обратно. В общем, мне надо хорошенько запастись, потому что сегодня я хочу найти красный камень и много золота. И еще хотелось бы научиться печатать деньги. Ну какая же мафия без печатного станка? Все, я готов. Поджарим рыбку. Сейчас разожгу большой костер. Путь будет длинный, берем с собой побольше еды. Хороший уловчик вышел. На недельку хватит. Отлично, рыбка пожарилась. Хватит на всю мою мафию. Ну пока что ни одного еще мафиозника ко мне не присоединилось. Ну где же вы, ребята, где? Наверное, еще в школе. Блин, школьники. Во, отлично, добавил 5 человек. Наверное, сбежали со школы, чтобы попасть на видео. Где они там? Пацаки, ну вы где? А вдалеке кто-то уже строит подъем на летающий остров. Ничего страшного. В следующей серии мы с вами тоже его построим. А, вижу одного. Какой-то бородатик. Иди сюда. Это что, Полина? Полиночка, прости, но у тебя борода. Еще у нас пришел кристалл, или кристалл, в общем, он уже прокачанный нормально. Вот такие шмотки мне нужны, как раз таки из красного камня. Берем побольше льда с собой. Я не знаю, для чего он нужен, но просто возьмем и все, пускай будет. Думаю, если его дают, надо брать. Еще возьмем в путь камень, ягоды, ну и всякая барахлишка, которая пригодится. Опа, ящик упал. Стойте, стойте, я забираю ягодки. Еще один ящик. Яблочки, очень хорошо. Путь будет долгий, вся еда пригодится. Все съедим. Нормально мы затарились. Все наберем. Уголька чуть-чуть. Будем костер разжигать. Все, я готов. Идем за золотом. Для начала надо собрать побольше золота. Ну и заодно, может, найдем красного камня. Ребят, не отставайте. Тут какая-то пещера, она камнем закрыта большим. Молодцы, молодцы. У нас тут уже мафия весь сервер заполонила. Все. Мы перебили всех красных якудзы. Так что нам больше никто не помешает. Все, спускаемся вниз. Угу. Вот же он, вот же он. Красный камень, да. Оказалось, его найти очень легко. Так вы что? Блин, они все расхватали. Я только один успел взять. Ну и мафия у нас. Железо берем. Ставим костер. И давайте, ребят, все расплавим. И потом сделаем мне доспехи. Потому что я же босс мафии. Я по-любому должен ходить в доспехах. Мало ли, заказные киллеры меня захотят убить. Все, кладем, кладем, кладем. Отлично. Все у нас расплавилось, поджарилось. Теперь можно собирать. Эй, стой! Да куда вы все расхватали-то? Эти мои мафиозники, они все расхватали. Смотрите, ребят, я остался без всего. Все, они меня достали. Я ухожу на другой сервак. Пускай меня убьют, но я буду одиночкой. Даю сигнал, что все, я один на серваке, никто меня не трогает. Что крутой папа здесь пришел. Ух, какая жара. Вот как раз и золотишко нашел. И никто не мешает, сам собираю по себе. А вон та самая пещера. Хорошо одному. Главное, чтобы никто меня не заметил. А то еще убьют и все мое хозяйство нажитое заберут. Подбираемся потише. Тихо. Так, долбим камешек. Заходим. Там должен быть этот красный камень. Вот же он. Да. Быстрее ломаем его, пока никто не пришел. Всего 3 камешка, но это тоже неплохо. А теперь надо найти побольше золотишка. Ведь я хотел напечатать много денег.
Сейчас я в самом крутом районе Буга-Буга. Как только найду золото, сразу все переплавлю и золото, и красный камень. И сделаю себе самые лучшие доспехи. Какая-то пещера еще, смотрите, ребят. Еще золото. Разобью еще золото, и в этой пещере можно будет сделать костер. Опа, кто это? А, это тот самый Кристалл, он в принципе неплохой парень. Возьму его обратно к себе в мафию. Вдвоем все равно веселее. Все, Кристалл, давай золото здесь скидываем и сразу красный камень тоже скидываем. Как же у нас много всего, и никто не мешает. Сейчас все приготовится, да, уже золото все готово. Этот красный камень чуть-чуть попозже приготовится. Собираем все, осталось совсем чуть-чуть, вот-вот-вот-вот, ну. Да, отлично, наконец-то, ребят. Смотрим, что можно сделать из трех кусочков красного камня. Шлем, но не хватает льда. Отправляемся в снежный биом. Обратно за льдом. Вот я уже вижу много глыб. Сейчас мы их раздолбаем и получим лед. Все, я уже взял чуть-чуть. Еще берем про запас. Сразу нашли железо. Оказывается, железная руда или золото замерзают во льду. Надо постоянно проверять. Наконец-то! Я сделал себе красный шлем! Но где же еще раз добыть красного камня? Да, точно. Кристалл знает секретную пещеру. И мы с ним поплыли в это место. И сейчас мы вам это покажем. Возле вулкана. Маленький остров. Прыгаем вниз. Секретный проход. Спускаемся. Какое-то жуткое место. Странные звуки. Кто-то уже поставил стенку. Непонятно, кто это загородился здесь. Кто здесь прячется? Выходите. И здесь должен быть красный камень, но мы его не нашли. И решили долбать этого Одина бога. Маска здоровая лежит такая. Какой-то парень, ну-ка, пошел отсюда. Ты нарвался на мафию. Мочи его, Кристалл. Отлично, мы его выгнали. Давай быстрее долби еще, пока никто не пришел. Такое ощущение, что я ковыряюсь у него в носу. Ты куда, дружище? Он что, опять вернулся? Это опять он? Иди-ка сюда. Эй, пацы. Ну-ка, стой, ты не понимаешь, с кем ты связался? Трусишка убегает. Уходи, больше не возвращайся, не мешай нам. Наконец-то здесь появился опять красный камень. Отлично. Возьмем его тоже. Быстрее, быстрее хватаем. И пошли долбить этого бога. И опять кто-то пришел. Нам спокойно не дают поработать. Неужели у нас не получится раздолбать эту маску бога? Нас снова атакуют. Давай им наподдаем, они... прячутся от нас, закрыли стенкой. Да и пускай там сидят. Смотрите, они сами же эту стенку теперь ломают. Странные ребята. Снова выходят. Давайте биться насмерть. А, теперь они поставили дверь, чтобы открывать и закрывать. Один вылез. Давай их убьем поодиночке. Эй, трусишки, выходите. Спрятались. Один вылез, да, бей его, бей! Он убегает! Стоять! Эх, не получилось его догнать, вот второй вышел! Давай, 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 лови его! Ну-ка, стой! Какой-то красный мафиозник! На нас нападает красная банда! Все, 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 я его держу! На-на-на-на, да, я его убил! Еще один, да что ж такое-то, откуда у вас тут столько... Зачем вы сюда приходите? Как будто на буги-буги больше нету места, куда прийти. Пора перекусить, а то я умру с голоду. У бога осталось 1800 хпшки. Там один снова вернулся. Молодец, Кристалл, замочкал его. Кристалл убил еще одного. Ломаем эту дверь дурацкую. Ставим свою. Нормально. Приступаем к работе. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, Кристалл, поторопись. На нас опять нападают. Это настоящая война. Какие-то они трусишки нападают и убегают. Давай, 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 все. Все, чуть-чуть осталось, давай.
Ну-ну-ну. Да! Смотрите! Что это такое выпало? Какие-то желтые светящиеся шары. Быстрее я их собираю. Ничего себе, смотрите. У меня ЛВЛ прибавляется, уже 15-й. Вот это да, я сразу прокачался на столько много левелов. Фу, после такого экстрима сразу захотелось кушать. Давай зайдем еще в одну пещеру. Мы теперь здесь самые крутые. Красная мафия уже убежала отсюда, смотри. Остались одни нубики, еще какая-то синяя мафия, но думаю, они к нам не нагрянут. В этой пещере я уже был. Здесь опасные духи, но раньше здесь не было золота. Классно. Это после обновления оно появилось. За духов тоже левел хорошо прокачивается. Этого бога тоже можно сломать. Ты пока ставь заборчик, а я его подолблю. Кстати, через заборчик можно прокачиваться и убивать духов. У меня было, оказывается, очень мало жизни. Зачем я задел этого духа? Я все потерял. Ладно, хоть Кристалл пришел и вернул некоторые мои вещи. Спасибо тебе, Кристалл. У меня снова появился красный шлем. А вот то золото, которое у меня выпало. Клево, клево, клево. Так, берем золото. Мы поставили печатный станок. Теперь мы можем печатать монеты из золота. Я богат, да, ребят, я богат. И мы поставили еще трейд. Теперь можно продавать и покупать какие-то вещи, которые вам необходимы. Вот, например, давайте я попробую продать сено. Неужели найдется дурачок, который его купит? Выставляем. 4 сена по одной монетке. Продать. Ну, смотрим. Что-то никто не покупает. Смотрите, кто-то пришел поторговать. Мою сено купили? Вот это да! Ящики опять падают с неба. Нормально! А тут сено, смотри! Он только что купил сено, и ящик сена упал! Вот это да! А, так это то сено, которое он купил, что ли? И мы его сразу разобрали! Прикол! Как такое бывает, а? Ну а теперь финальный аккорд. Я ставлю тотем нашей мафии! Да, теперь я самый крутой мафиозник на буге-буге! В следующей серии полезем на летающий остров! Так что заходите к нам! О нет, чуть не забыл! Рандомная раздача робуксов на каждом видео!